вот этот зубок, они подходят, ну это из связи, подсаживаются и кидают за счет этого. Видишь, это надо еще. Оторвал. Оторвал? Оторвал за счет ног. Если я буду руками тянуть, если я спину сагну, вот я подсну, и потом только кину, ну некуда кидать. Я делаю, только надо таз подворачивать и кидать. Ну тут некуда. Девочки, когда ты стоишь и держишь что-нибудь, ты подворачиваешь таз. Да, и с подсадкой. Я тогда говорю, с подсадкой. Вот, ну, ладно, тогда это легче получается. Нет, ну сейчас по-другому. Но человек опытный никогда не даст это сделать. Я вот так просто присаживаю и все. Почему я кидаю сильнее? У нас можно бить в пах. В этих дзюдо нельзя, у нас можно. Поэтому у нас бросок через бедро будет вот так вот идти. Если ты не пидешь, мне не надо присаживать, локоть я сломанул. И как оно выглядит? Удар ски в нос. Когда бьют в нос, я ухожу, вот за шучу. Если будешь сильно сопротивляться, начнешь присаживаться, я вот тут ломаю колено. Вот разница. Я сяду просто ему сейчас на колено. Но если ты мне не дашь, тебя бросит, начнешь понижать центр. Я просто сажусь на колено боком, его ломаю. А он все внимание сейчас сюда, и вот я ему поломал колено. А вот туда. Вот в чем разница в дойке. Мы ломаем суставы сразу. Ни один человек не защитит колено в такой ситуации. Вот просто на бок садись. Хрустит, боль дикая на тренировках. Все, боя дальше нет. Человек на эту ногу встать не может. Классно. А дзюдо это запрещено правилами. Нельзя, мне даже в кадык не забить. У нас можно. Вообще удар кадык, ломает кадык. Ну, если сильно ударит первый раз. Все, человек